Ананас настоящий представлен в культуре многочисленным разнообразием сортов не только в Южной Америке, где растут представители рода ананас, но и по всем тропическим странам всего земного шара. Тропическое многолетнее травянистое растение до 60 см высотой, с розеткой длинных, узких, грубых и в то же время сочных, суккулентных, листьев, зубчатых по краю. Цветки расположены на цветоносном стебле на верхушке, густо по спирали, так что образуется соцветие, початок. Цветки обоеполые, зигоморфные, с тремя листочками около цветника, одним пестиком и шестью тычинками. Все цветки срастаются между собою, свободными остаются только верхушки листочков около цветника и кроющего листа. Тычинки в виде жгута обвивают по спирали столбик. Зависть состоит из трех плодолистиков, трехгнездная. Плацента с семяпочками расположена на перегородках по месту срастания плодолистиков. В той фазе, когда ананас употреблится в качестве фрукта, он представляет собой крупное, до 2 кг, похожее на шишку хвойного дерева, соплодие золотисто-коричневого цвета, с пучком коротких листьев на верхушке, которые развиваются вследствие пролиферации, прорастания цветоноса сквозь соплодие. Соплодие состоит из довольно сочной, но грубоватой оси отходящих от нее в бока сросшихся между собой чрезвычайно сочных и нежных плодов, несущих на своих вершинках остающиеся и грубеющие части цветка и кроющего листа. Стенки отдельного плода слагаются из плодолистиков и разросшихся листочков около цветника, цветоложа и кроющего листа, иногда один из трех гнезд недоразвито. Семена у культурных сортов ананаса не развиваются. В гнездах спелого плода легко можно обнаружить мелкие семяпочки, выделяющиеся на фоне стенок гнезда белым цветом. Все части соплодия пронизаны многочисленными проводящими пучками. В осевой части они идут в основном по вертикали, а тоси пучки проходят в косом и косогоризонтальном направлении в плоды. Незрелое соплодие ананаса обладает едкими свойствами, обжигает губы, влияет на желудок, как сильнодействующее слабительное. Зрелый плод теряет едкие свойства –